спасибо. На этом завершилась краткая официальная часть. И сейчас мы с огромным удовольствием, я приглашаю на эту сцену ведущего фестиваля, музыковеда, настоящего историка джаза, человека-легенду. Встречайте, Владимир Фиртак. Добрый вечер. Дорогие друзья, вообще джазу чужд пафос. Всякие официальные части, грамоты, это все замечательно. Я поздравляю всех с успехом. Я понимаю, что для роста это надо. Но главное все-таки это музыка. И поэтому я ничего не хочу сейчас вам о ней рассказывать. Я вам просто представлю трех музыкантов. Они торопятся на поезд, который, как вы знаете, уходит в 8:40. Другого поезда в Москву нет. Им надо сегодня уехать. Значит, времени у них осталось играть мало. Итак, трио Ивана Фромаковского, московского замечательного пианиста, вместе со своими коллегами. Он порадует вас сегодня особой программой. Дело в том, что этой осенью исполнится 90 лет советскому джазу. Вот было такое понятие. Будем считать российскому джазу, правильно? Значит, 90 лет. Каждый музыкант по-своему это отмечает. Я не знаю, отмечает ли Иван Фромаковский это, но в его программе сегодня будут звучать мелодии, которые вам обязательно должны быть знакомы. Если будет что-то незнакомое, он об этом вас предупредит. Ждем музыкантов. Трио Ивана Фромаковского. Прошу. Иван Фромаковский, фортепиано. Инструмент, который не может не владеть, не может не поддать нам воспоминаний о классической фортепианной школе. Это обязательно. Я еще поздравляю, что там стоит прекрасный Август Фёрстер, концертный рояль. Я поздравляю Пензу, что вместо политпросвещения здесь джаз. Это тоже замечательно. Политпросвещение у нас другое кончилось. На контрабасе играет тоже один из выдающихся басистов, который в Москве на расхват. Я уж не знаю, как удалось Фромаковскому с ним договориться и уговорить его куда-то из Москвы уехать на полчаса. Это очень трудно. Это Макар Новиков. Макар Новиков. На ударных тоже человек, который не сидит ни одного вечера, ни одного утра спокойно. Утром он занимается. Это естественно для музыканта. Днем он тоже занимается. Потом час он говорит по телефону, где работать. И, наконец, вечером он всегда работает. Это Давид Кабучава. Трио Ивана Фромаковского. Идеи Ивана Фромаковского. Джаз. Thank you.
Спасибо. Спасибо, друзья. Добрый вечер. Мы безумно рады для вас сегодня выступать, тем более, что это заключительный день фестиваля. И, как сказал Владимир Борисович, мы сегодня на самом деле для вас будем играть самые известные мелодии. Вы их наверняка прекрасно знаете, кроме вот следующей композиции, которую мы сейчас для вас играем. Она называется «Блюз одного хромосома». Это вот этот один хромосом, который решает практически все. Итак, написал ее я сравнительно недавно. Это практически дебют премьера, поэтому... Пожалуйста. Thank you.
Спасибо большое. Давид Кибучава. Макар Новиков. Это трио Ивана Фармаковского из Москвы. Иван Фармаковский, Макар Новиков, Давид Кибучава. Спасибо большое. И замечательная песня Юрия Савульского, которая называлась «Татьянин день». Ну и в заключение мы для вас сыграем одну детскую шуточную песенку, которая называется, как ни странно, мы ей будем заканчивать программу, называется она «Начинаем, начинаем». Thank you.
На контрабасе играл Макар Новиков. Я уже заодно выполняю не свою миссию, но вручаю вам диплом фестиваля и буклет. Спасибо за музыку. И вас ждет Сура. А, еще подарки. Подарки. Теперь уже на поезд опоздаете точно. Рассматривать же надо сначала. Спасибо Давиду Кривчаву. Спасибо Макару Новикову. Спасибо Ивану Фармаковскому. Москва. Спасибо. Дорогие друзья, у нас антракт. Минут 15-17.